Делаем видеореакцию. На кого? Угадайте, угадайте. EXO! Моя любимая группа. Я EXO-L. Наконец-то я посмотрю их клип. Я уже не знаю, сколько я не смотрела, я ждала, когда сделаю реакцию. Ты все клипы смотришь, кроме их? Нет. Долго смотришь. Я же видеореакцию хочу сделать, поэтому... А, типа, ждала, пока мы освободимся. Да. Мы просто с Нургулей такие занятые. Так. Что за девушка? Мне нужен парк. Подожди. Так, начнем. Раз, два, три. Какой-то драматический, что ли? Они, как всегда, в своем репертуаре шикарные. Ой, Кай, как всегда, тоже. Секси Шрекси. Волк? Да. Чё, Дима Психа играет? Ставка, что делаем? Сзади битый. Курица, да, вообще, да. Блин, Бэкфрон, он вообще меняется, он становится таким более мужественным. О май гаш, Бэкфрон. Это у него там точно Токс был, да? Да. Чё, они её съедят? Он не стареет, да? Когда он постареет? Нет, лучше пусть. А, какой классный танец! Сикл шикарный! Сюмин, когда же 90-го года. Ну, самый младший 94-й, да? Вот, Сифун, да, самый младший. Чё, ну, чё, его избили? Да. Красный цвет. Волосы. Избили. Вау, это кто? Ух ты, что такой взгляд классный. Да, скажи нам, кто тебе понравился? Покажи. Ну, вот этот, с красными волосами. Сухо? Или которого избиты? Знаешь, что этот тебе слегка должен понравиться? Просто посмотришь и скажешь. Ну, голоса скажи, у них голоса. Ну, вот этот мне нравится. А, вот сухой. Он лидер группы, да. Мне Сухон, я обожаю Сухон. Сухон, классный. Это Дэнс Машина. А чё так темно, как снимаете на тебя? Чё девушка не завязали, сами танцуют? Бэкфрон, обожаю Бэкфрона, он стал еще лучше, чем раньше. У него и голос шикарный, и выглядит он стал еще как мультик. Сейчас он круче выглядит, чем раньше. Да, он же присадки там назначал, я видела там. Шикарно его просто делал. Чем ты такой конфуз? Класс. Тоже присадки. Ну, танец у них, как всегда, на высоте. Просто не высоте. Что-то Сунина мало показывает. Где он? За что? За что? Его схватить? Что происходит? Почему девушка чемпионом? Да, вот, ну, он мой бляс, так что ладно. Чего мало? Сару раз. Сумина показывала. Нет, Сумина. Лея самая меньше показывала. Да, Сумина я еще видела. Что за конец? В итоге у него девушку отобрали. Что-то вообще нет. Я чисто смотрела на их танцы. Я смысл тоже не поняла. Наверное, надо именно текст понять. Девушку там, получается, забрали. В итоге она же в конце же с Чанелем была, а полиция забрала все равно ее. Типа она жертва, а тебе что, поняла, преступники? Ты, что дело смотрела, что смотрела? Мне парень с красными волосами понравился. Сухо. Запомнил. Он, кстати, сухой. О, он как раз свой ровесник. Ну вот, все, решено. Скоро замуж. Едем в Корею. Да. Что еще сказать? Что еще понравилось? Так, ты помнишь, Тима, что же? Мне понравился взгляд Дио, когда показывали. Ты же на сексуал, ты должна говорить, да? Мне понравился взгляд Дио, как сумасшедший был. Понятно. Классный. Бэхён, он вообще шикарный, просто шикарный. Он, я считаю, что он в клипе как актер себя проявил, как певец, тем более. Он секси, да? Да, очень классный. Кай тоже.
Ну, цвет волос у них в основном всех темные, да, почему-то было? Только красный волос. Просто видишь темный фон, и мало решили, видно. Да, в основном все черные волосы. Тон. Меня удивило это. Обычно они же разноцветные, как все цвета радуги. Здесь просто не видно, может, они разноцветные. Ну, трек такой танцевальный у них, песня танцевальная. Да. Я даже музыку запомнила. Впервые такое. Впервые? Как, это же хороший слово. Я даже Fire не помнила после прослушки. А тут, блин. Нет, классные. Как всегда, меня Экзо не разочаровали, в общем. Сихун тоже его нормально показали. Классно, мне понравился так быстро камбэк. Только вроде недавно, месяц назад, сделали видеоакцию на Монстра. Ну, Монстр — это вообще шикарная песня, это я молчу про неё. Шикарно. Если честно говоря, я после Love Me Right думала, все, там пошли все сольные песни, типа клипы. Типа уже ничего не потому что Love Me Right я не особо. Я только один раз, наверное, смотрела за всю песню. Я тоже. И песни особо не слушала. Вот. Хоть я и Экзоэлла. Но мне просто именно Love Me Right почему-то не зацепило. Мне просто из-за того, что там та ушел, мне уже смысла не смотреть. Не клип, где уже больше нравится, но только предыдущие смотрели. Потому что он красочный. Красочный, а этот типа темный. Более детский. Они танцуют как-то этот. Давай мы ей покажем, он как-то более лучше. Ладно, сейчас танцуем. Вот, пока.